Крипы, спокойнее, спокойнее, вы гоните, что ли? Да забаньте его, все. А чё стоим, разглядываем, идем убивать. Уходя, знаешь, как говорят? Уходя, закрывайте рот. Нет, подожди, вернись, я исправлюсь. Так, пошли нафиг со своими инвейдами вот этими ранними, хулиганы. Приходится вот так делать, ребята, потому что карта открыта. Огромное пространство дает пищу для размышлений. Кстати говоря, вот кто говорил про задержку, на Твиче буквально 2 секунды задержка. Имейте в виду, если хотите, можете переходить. Так, Фдай. Все, ластовичи пропали. Закончились. Ой, ребята, ребята, какая у меня хорошая команда. Обожаю ее. Ты ж хорош там ласхитить. Стоит бесплатно, ласхитит тоже. Крипы, спокойнее, спокойнее, вы гоните, что ли? Я сотворю твою смерть. Жуть какая. Жалко, у меня маны не было ультануть в спину. Я думал, он сейчас за мной полетит. Почему-то я подумал, что он полетит сейчас за мной. Как же этот Зет плох? Да хороший Зет, что-то. Мне нравится этот Зет. Хороший Зет, зря ты ругаешься. Мне нравится с этим Зетом стоять. Я не знаю, как вам. Мне прикольно еще. Четкий Зет. Давайте это так наверняка заберем. Ой, да ладно. Там щит сразу, да? Блин, ну я Еху отдал, и все, я этот щит не сбиваю никак, по сути. Если я отдал Е, то до свидания. Мне нужно сначала ехать сбить щит, потом дать кухан, но я отдал Е сюда, и все. Да вы издеваетесь. Хорош. Дайте поиграть. Ха! Хорош. Лучше нет, чем да, короче. Чем вот так вот, лучше нет. Лучше так не надо приходить. Ты бы Жоню собрал. Нет, я не буду первым предметом собирать Жоню. Спасибо. Ну от меня-то пользы вообще не будет никакой.
Ну, я понял, сейчас это по КД будет в мид, мы будем под башней тусоваться, больше роумить. Мне эта линия не нужна. Будем чуть-чуть по-другому играть. Ну, тут нечего роумить. Пусть чуть-чуть спушатся крипы, чтобы мы безопасно стояли. Мы будем просто стоять и вас хитить. Так, они дохлые, и этот ультанул, да? Давайте запушивать. Ай! Хорошо. А Рыгоша, не копти, пожалуйста. Не нравится, не смотри, какие твои проблемы. Кринж — это твой ник, братан. Ну, твой ник — это кринж. А так не нравится, не смотри, в чем твоя проблема. Ну, приходишь второй день, какую-то чушь мне пишешь. Зачем? Хорош, кусь! Да забаньте его, и все. Да, как бы особо и не за что. Приходит на стрим чисто пожаловаться, отметиться. Беру жалоб и находок. Здравствуйте. Ой, это было случайно. Ультимейт туда. Я чисто на саппортах, да? Ай, куснули. Ребята, будем его бить или как? Неплохо. Хейтеры. Банда хейтеров. Братишка, идем. Когда мастер первый влетает в тимфайтах в пятерых, значит, что-то идет не так. Ну да. Значит, что-то не так. Так, люди не есть. Это мы забрали. Следующий соберу Жоньку, ребят, следующий. Люди не нужен здесь. Но смотрите, как бы, драконы наши, 5-4 идет... Пока что ему удается не фидонить. Все в порядке. Все, ругаем человек. Он там старается, тут катку тащит. Полным ходом. Ай! Поели! Противостояние. А чё руты не сработали, я не понял. Чё это он в рутах залетает? Охренел, что ли? Бей его, ребята! Бей этого предателя, ушел в противоположную команду. Божественная сила разрушения.
Ай! Ой! А чё стоим, разглядываем, идем убивать? Я сбросила оковы звездного змея. Чего его разглядывать, ребят? Убивать надо сразу, нажимать кнопки. Долго-долго ждете. Дама тоже долго ждете. Если он один и стоит, мы будем бояться все, потому что он убийца. Не дотянулся, да? Окей. Лучше отойти. Такое ощущение, что нас здесь больше. Быстрый какой, зараза. Смотрите, что, ребята. Гляньте, что. Гляньте, что наделал. Окей, добрал. Слепую чисто, ребят, стрелял. Слепую. Мы можем забрать на Шора, на самом деле. Хотя можем еще одну башню дернуть. Тоже хороший вариант. Ну, у меня же была жонька. Уходя, знаешь, как говорят? Уходя, закрывайте рот. Поймал. Поймал, братик, поймал. Пушим, ребята, пушим. Пушим сурово, пушим дальше. Ай, ребята, лицо ломают. Никогда больше не зайду к тебе, говорит. Не заходи больше никогда. Нет, подожди, вернись, я исправлюсь. Следующая превьюха будет еще более пошлая. Блин, 1700 рублей, да. Надо было, знаете, надо колечко продать, ребят, уже. Колечко продать, ништячок забрать. А то тут хотят хилиться, как бы, господа. А мы не хотим, чтобы они хилились, правильно? У нас как бы так. Они хотят, мы не хотим. Наш девиз непобедим. Возбудим и не дадим. Ля, раньше такого не было. Глобка, а ты кто? Ребята, вы кто? Ну, привет. Помню, приходил на стрим, лампа ни одного отрицательной эмоции. Ну, нужно человеку насыпать, чего сказать. Бывает. Бывает такое, знаешь, ну, стример взял просто так человека, обидел. Я знаешь, такой стал токсичный, знаешь, неприятный капец. Глобка, можешь тоже отписываться. Сегодня день отписок. Шепот никогда не утихает. Ко мне человек, который день приходит и ничего абсолютно не говорит, просто говорит, превью, говно какой-то там у него, кринж и все, ну... Я просто спросил, зачем он приходит на стрим, если превью плохое и ему не хочется смотреть. Все просто, ребят, не смотрите. Это знаете, как прийти на стрим и сказать, блин, я тут два пальца в рот засунул, вообще дерьмище.
Такая хрень полная. И каждый стрим приходить, блин, два пальца в рот, вообще говно. Ну что это такое? Мне зачем эта информация? Не нравится, не смотри, все просто. Это ущелье животворящее, ну да. Оно. Если бы, ладно, от человека, он вот такой пришел, знаешь, там, пообщался, там, сказал, привет, Джо, как дела, там, у тебя вот превьюхи какие-то стали не такие. Я бы объяснил, почему, ну, как в какую-то дискуссию, может быть, завязались, да, как-нибудь. Я бы ему рассказал, почему такие превьюхи сейчас, почему они мне нравятся. А если человек, ну, неадекватен, то я всегда буду относиться к ним с такой долей иронии. Это нормально. Если всех чудиков всерьез воспринимать, то будет нехорошо. В итоге какой-то там, ну, в итоге все равно полилось дерьмо из человека по итогу. Вот он ушел, а дерьмовый шлейф-то оставил. Потому что обиделся. Обиделся, приходил, вот говна насыпал, а тут ему ответили. Неприятно стал. Грустно стал. Оп! Кусь! Ой, хорошо, хорошо. Ой, хорошо. Не дотягиваюсь! А? Быстрый гад! Ноу, ноу! Кто-нибудь спасите, помогите! А, не забирает этот ништячок, окей. Может, это критика? Ну, критика должна быть конструктивной, понимаешь? Ну, объяснил бы, что ему не так. Поговорил бы. Я бы с ним тоже пообщался. Может, ему не нравится? Да пожалуйста. Пожалуйста, ну не нравится, ну не ходи, пожалуйста. В чем твоя проблема? Просто не приходи. Ну, либо напиши, Джо, там, мне вот как бы не понравилось. А почему так? Там, ну пообщайся. Мы поговорим. Не нравится, не нравится. До свидания. Опа-на! Хорош ты мой хороший! За нас, братишка, за нас. Мой человек, ребята. Вот вам. Ассасиныч мой, братишка. Все, я его забил. А где? А где кто? А, где наших бьют? Где-то наших бьют. Блёха, блёха. Опа, чё нашёл, ребята? Вкуснятинка. Сюда. Димка, да я не против, да пожалуйста, от меня не убудет. Я уже, знаешь, такой нутертый калач, меня вот этим вот не проймешь. Этими обижаниями. Знаем, видели. Опа, опа, опа. Опа, опа. Так, а нас тут мало, давайте отойдем, что-то нас мало реально. О, черт. А есть кому помочь? Некому. Некому. Ух ты, а сейчас старший будет. Ребят, заберем у них катку или как? Собраться, дружненько там. Мастер, ты чем там занимаешься, братишечка? Ты чем там занимаешься, братан? Я сбросила оковы звездного света.
Так, сильно не будем далеко заходить, будем держать позицию. Отлично, отлично. Блин, я думал, он меня ультить будет. Ладно. Он не доехал, ребят, до сюда. О, вместе собрались. Ух! Так, мне радоваться превью или нет? Плакать. Плакать, братишка. Да, ребята, мы победили. Ура! А Джо мне только что на килограмм винограда обвесили в магазине. Ну не наглость ли? Пошел качать, вернули 156 рублей. Не прокатило, не фартануло. Ничего себе. Ребята, хочу банан. Накидывайте. Накидывайте.